давала новый продукт, а именно новые заказы, которые называются Smart, то есть Gold Set, золотой набор Global Smart и Global Pro. То есть здесь компания будет продавать именно свои золотые слитки, то есть собственного производства. И более подробно вот об этих заказах я и хотел вам сегодня рассказать. Почему? Потому что завтра, 11 мая, в 12:00 по европейскому времени, как раз стартует вот эта новая программа с новыми заказами. Это значит, что клиенты из разных стран, со всего мира, с 4 континентов, будут заходить уже в систему, активировать свои заказы. То же самое можете делать и вы. И, соответственно, поскольку будет большое количество клиентов сразу заходить, да, то заказы будут, скажем так, крутиться в таблицах очень быстро. И, соответственно, клиенты будут очень быстро получать бонусные вознаграждения. Поэтому, если вы хотите успеть, скажем так, в первых рядах, то, пожалуйста, ловите момент, завтра в 12:00 эта программа уже стартует. Итак, что здесь интересного? Начнем с заказа Smart. Итак, этот заказ состоит из одного цикла, предоплата за заказ 275 евро. То есть, я нарисовал таблицу вот с такими звездочками, не обессудьте, 9 мая, да, и День Победы, вот меня что-то вдохновило, я думаю, выглядит красиво. Итак, что здесь? Обратите внимание, обычная таблица, я думаю, уже такие таблицы все знают, трехуровневая, 1, 2, 4. Итак, вы внизу, над вами есть два, верхний четверг. Обратите внимание, она поделена на две секции. Секция 1, секция 2. Так вот, в чем фишка? Бонусное вознаграждение в золоте вы можете получать при закрытии каждой секции. То есть не ждать, пока верхняя четверка заполнится заказами, а уже получать вот по половине. Закрылась первая секция. Вам уже начисляется бонусное вознаграждение. Закрылась вторая секция, вам начисляется еще бонусное вознаграждение. То есть для кого удобен такой заказ? Как я всегда говорю, для тех, кому не имется, для тех, кто хочет очень быстро получать вот деньги, да, вознаграждение. Вот такой заказ для них идеально подойдет. Ну и плюс, как вы сами видите, предоплата за заказ невысокая, то есть, я думаю, такой заказ может себе позволить открыть любой человек. Итак, что здесь? Далее, вознаграждение. Обратите внимание, за каждую секцию, то есть секции две. Да? Итак, смотрите, здесь два расчета. Первый, вот 500 минус 50, это на обслуживание, вы знаете, берет магазин, минус 75, это 15% прибыль интернет-магазина от каждой продажи золота, итого 375. То есть, что это значит? 375 евро в золоте начисляется клиенту при завершении, при прохождении каждой секции, то есть за одну секцию. Вот вы внизу, закрылась секция, 375 евро в золоте вам начислилось. Закрылась вторая, 375 начислилось. Далее, также отсюда предусмотрен переход на заказ Pro. В этом случае, смотрите, второй расчет 500 минус 50 обслуживания. Итого 450 – это для заказа Pro переход, и у вас остается также со следующей секции 375 евро в золоте. То есть это также удобно, очень привлекательно, на мой взгляд. Почему? То есть клиент начал с небольшой предоплаты 275 евро, прошел вот эту короткую таблицу, да, перешел в заказ Pro и 375 евро в золоте еще и заработал. Но я думаю, для, скажем, для России, допустим, 375 евро, это уже нормальные деньги. При условии, что, скажем, такую таблицу, такой заказ можно исполнять очень быстро, то есть очень быстро выходить на вознаграждение. То есть вот таким образом это работает. Я думаю, здесь все понятно, здесь все знакомо, привычно, кроме того, что теперь вознаграждение можно получать частями и быстрее. Вот. Вот такие плюсы для нас здесь есть. Следующий заказ Pro. Он состоит из двух циклов. Да?
И предоплата за заказ 450 евро. Вот здесь я вам нарисовал схематично одну таблицу. Обратите внимание, какая она интересная. Да? Я сейчас поясню, как работает здесь. То есть таких таблиц вы еще не видели. Мы их увидим только завтра, в момент старта. Но тем не менее, как она работает. Обратите внимание, вверху 9 да, заказов. И они разделены по 3 на 3 секции. Принцип точно такой же. Вот если вы внизу, на нижнем уровне, да, то при закрытии каждой секции вы можете уже получать себе бонусное вознаграждение в золоте. Итак, какое вознаграждение? Считаем. То есть за каждую секцию вот приведен расчет. 1275 минус обслуживание, минус 15%. Эти 15%, вы знаете, идут в лидерскую программу, распределяются по лидерской карьере. То есть вот такое вознаграждение. То есть за одну секцию, ну, округляем 1008 евро. Первый цикл 3 таких секции проходит клиент, вознаграждение и переход на следующий цикл, во второй, как мы говорили, из двух циклов состоит, и расчет вот за второй цикл. То есть вот такое вознаграждение будет получать клиент по завершении каждой секции, по завершении таблицы и по завершении полного цикла заказа. То есть вот цифры перед вами. Что еще интересного? Из этой таблицы, да, из этого заказа можно заходить в лидерскую программу. Вот из заказа Smart нет, нельзя, а из заказа Pro можно. И с учетом того, что также можно быстро получать вознаграждение, то есть вы видите, не надо ждать, пока весь полный уровень закроется, то есть одна секция закрылась, вы уже что-то там зарабатываете, вторая еще зарабатываете, третья еще зарабатываете. Но самый важный момент, что на Global Assembly было объявлено, что будет упрощен вход в лидерскую программу. И вот из этой таблицы Pro, да, гораздо проще можно будет начать строить карьеру. Я вам говорил, что этот год объявлен компанией годом лидерства, и компания именно для того, чтобы клиенты быстрее начинали лидерскую карьеру, чтобы они, скажем так, мощнее строили свои структуры, да, сделала для нас вот этот заказ Pro. Скажу сразу, этот заказ не для всех, да, этот заказ только для тех, кто хочет строить карьеру, да, кто хочет быть в лидерской карьере, кто хочет много зарабатывать. Да? Почему? Потому что, ну, даже визуально вы видите, что 1 плюс 2, вот эта минимальная квалификация, она здесь есть, мы сейчас о ней поговорим, она здесь, конечно, имеется, но для лидерской карьеры, ну, я думаю, любой со мной согласится, что 2 человека для лидерской карьеры это недостаточно. То есть, ну, что можно, какой бизнес можно с 2 людьми построить? Поэтому это... таблица, вот этот заказ, рассчитан на то, чтобы клиент делал больше лично приглашенных. То есть, чтобы он здесь уже строил свою структуру. Вот, вот для этого сделан этот заказ. И быстро клиент зарабатывает и строит быстро свою структуру. Быстро заходит в лидерскую и начинает быстро там уже зарабатывать именно по лидерской программе. То есть, вот такой заказ. Я посмотрел, посчитал и заказ Smart, и заказ Pro. Мне это очень нравится. Скажем, альтернатива, допустим, этот заказ Pro, альтернатива старым заказам, ну, в кавычках старым, конечно, все заказы, они действуют, работают, заказам стандарт, то есть, я думаю, многих клиентов есть, те, которые с предоплатой 540, да, это хорошая альтернатива, вот. Итак, да, сейчас мы, дорогие друзья, поговорим по старту. То есть вот такие условия. Плюс квалификация, как всегда она есть, минимально 2 лично рекомендованных покупателя. То есть и в заказе Smart, и в заказе Pro. То есть это обязательное условие. Его нужно выполнить, чтобы получать бонусное вознаграждение в золоте. Но для нас компания сделала великолепный промоушен. А именно, вознаграждение для всех, так, секунду, я пока закрою чат,
мы к вопросам перейдем. Итак, бонусное вознаграждение для всех клиентов вот в этих новых заказах Smart и Pro будет начисляться без квалификации в течение 30 дней. То есть вот с завтрашнего дня, с 11 мая по 11 июня, любой клиент, новичок, либо это уже клиент с опытом, либо это клиент, у которого еще нет квалификации, то есть любой клиент может заходить на эти заказы и получать бонусное вознаграждение без квалификации в течение 30 дней. По завершении 30 дней, конечно, квалификация вам уже понадобится. Вот. Но вот эти первые 30 дней, я считаю, это очень большой срок. Но вот компания для нас такие выгодные условия сделала. Соответственно, вы можете быстро стартовать в этих заказах, даже если у вас нет квалификации. И вперед уже зарабатывать золото и деньги. То есть...